музее Сурикова теперь можно не только увидеть, но и услышать произведения православной иконописи. Там установили специальный интерфейс, который поможет слабовидящим посетителям в подробностях разглядеть каждый элемент изображения. На сенсорном компьютере также можно настроить контрастность. Кроме того, в зале предусмотрены аудиогиды для слабослышащих, а для молодой аудитории есть интерактивные развлечения, которые помогут глубже понять технику церковной живописи. Было разработано специальное программное обеспечение, которое позволяет людям погружаться в процесс создания иконы, начиная, собственно, от обработки тех материалов, которые используются при создании иконы, и заканчивая уже сюжетированием иконописи.